Расскажу я вам историю смешную, да и быль бывалую такую. Может, людям-то быль да непонятна, ну а вам она покажется занятной. Собирали я в лесу кураки да могуту, звери разные большие, да зверушки лесовые. А и первым прискакал сюда зайчишка, затрепалась у бедного сердчишка. Все боится, как бы кто бы не обидел, сел в сторонке, чтоб никто его не видел. Приплелся и вор известный, лисовин, советник местный. Прибегал и был лохматый, харей злобной конопатой. По еловым да березовым верхушкам порастили птицы разные печушки. Воробьи, сороки, чижики, догалки поднимали шум до корта перепалки. Приходил медведь боярин, над лесным народом барин. Суд судить, дела вершить, как решить, тому и быть. Все рычали, трекотали без умолку, только все же вышло очень мало толку. Все, как есть, кругом кусты переломали, да и добрых людей понапугали. Вот и сказу конец всему делу, не.